Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас обзор пустых баночек за февраль месяц. Месяц был коротенький, а баночек получилось много. По деньгам вышло более чем на 9248 баллов, но это по текущему каталогу. Естественно, что большинство продукции я всегда беру со скидками, но тем не менее сумма очень впечатляет. Итак, расскажу сейчас, что же мы успели использовать, скушать и вымазать на себя за этот каталог. Первое – это витамины Wellness Pack женские. Кстати, очень рекомендую, классно, поддерживает иммунитет, и благодаря этим витаминкам мы уже много лет не болеем. А если вдруг и заболеваем, то это все очень быстро проходит незаметно, то есть без тяжелых таких последствий и без вмешательства лекарственных средств. Вот. Так, далее. Мой любимый коктейль Wellness с ароматом ванили. У нас три аромата, еще есть клубника и шоколад, но мой любимый ванильный. Тоже полезный, необходимый белок организм получает благодаря этому коктейлю. Я покрасилась нашей краской, попробовала смешать, как мне посоветовала моя парикмахер, два оттенка. Светлый 9.0 и медный 4.54. Ну, конечно, не в равных пропорциях. Светлого было больше в два раза. Получился достаточно интересный цвет, но немножко не то, что я хочу. Но в целом я обожаю наши краски Oriflame, потому что после них такие волосы классные, мягкие, блестящие, живые. Мне красочки наши очень нравятся. Обратите внимание, кстати, когда они со скидкой, можете смело заказывать. Так, далее мыло. Это мыло из новой мужской коллекции в черном таком дизайне. Мыло понравилось. Чем понравилось? Аромат такой приятный мужской. Целый кусочек все время, то есть он не раскисает, такой плотный хороший кусок. Что не понравилось? Мыло серого цвета, и на мыльнице остаются такие некрасивые вот от мыла. Но все равно какие-то обмылочки там задевает, обкраивает, все равно оно есть, и это так некрасиво, поэтому второй раз такое уже не закажу. Лучше брать, если мужское, то такое голубенькое или розовенькое, намного приятнее. Так, далее, это дочка отдала, закончился гель для умывания, чайное дерево. Мы все время ей берем какой-то из гелей, или чайное дерево, или алоэ. И еще мне нравится, вернее, ей нравится гель-пенка для умывания для всех типов кожи серии Optimus. И вот она им поочередно всеми пользуется. А то бывает сразу 2-3 открыто, она то одним, то другим пользуется. Ведь очень нравится, как пахнет. Вот именно серия с ароматом чайного дерева, просто такая вкусняшка. Так, дальше. А у меня закончился мой любимый гель, тоник. Это новинка от Oriflame серии Novage. Просто у меня такой восторг от этого средства. Хотя я противница того, чтобы смешивать в один флакончик, да, там, например, бальзам, а шампунь и кондиционер вместе. Тут как тут гель-тоник. Но тут такой эффект потрясающий. Первое время, когда я начала пользоваться, я все время проверяла тоником. Думаю, ну он действительно так хорошо очищает кожу. То есть я умывалась, им потом брала обильно тоник на ватный диск, протирала лицо. Чистый, идеально чистый ватный диск. Ну все, я потом привыкла. И, кстати, уже открыла новый флакончик. И просто это теперь мое самое любимое средство для умывания. Рекомендую вам тоже попробовать. Так, закончилось наконец-то жидкое мыло, сейчас скажу, для тела, ну, для рук и тела, жидкое мыло с инжиром. Вот, честно, мне очень нравится качество этой серии, но аромат совершенно мне не подходит. То есть он такой резкий, что я просто реально хлопала в ладоши, когда он закончился. И я им только мыла руки. Ну, потому что это просто удобная, красивая баночка стоит в ванной. Но повторно я такой уже не закажу. Так, закончилась очередная маска для волос. Мед и молоко. Маска очень хорошо подходит для тех, у кого сухие, ломкие волосы. То есть она их разглаживает, напитывает, и у нее вкусный-вкусный аромат. Мы постоянно берем такую маску, и дочке она нравится, и мне.
И закончился очередной, как его измяли аж, флакончик бальзама для волос. Эта серия у нас восстанавливающая. Тоже одна из моих любимых. Мы его постоянно заказываем, этот бальзам. Потому что его надо небольшое количество, даже на очень длинные волосы. И он хорошо сразу их расправляет, разглаживает, легко расчесывается. И волосы выглядят ухоженные, такие напитанные. Так, еще что. Это тоже дочка передала. У нее закончился. Ну как передала? Мы вместе живем. Отдала. Закончилась очередная баночка крема с абрикосом. Ей нравится уже. Я и следующую баночку такую же взяла. Кстати, по поводу вот молодой кожи, она пробовала крем Optimal для нормальной чувствительности, да, с розовыми крышечками. Ей не понравился. Она говорит, мам, мне такой больше не заказывай. Хотя он в два раза дороже, чем вот этот крем. А этот ей нравится, просит постоянно повторить. Вот самый важный, наверное, флакончик. Это масло чайного дерева. Обратите внимание, что в каталоге номер 4 его снимают с производства. Можно будет купить в последний раз. И я могу сказать, что в нашей семье это один из любимых продуктов, потому что он нам заменяет больше, чем пол аптеки. То есть мы вот любые проблемы, которые случаются. Ну, давайте пример. Прыщик вылез, масло чайного дерева, порезались, ожог, поцарапались, кот ободрал, там комар укусил. То есть вот все, что связано с укусами, ушибами, там синяками, все масло чайного дерева. Простуда, например, начинается простуда. В носик закапываем, горло полощем, то есть ну везде. Ухо заболело, на ватный диск в ухо. Зуб заболел, на ватный диск приложили к десне. То есть я его даже, ну как бы не боюсь, можно его даже заглотнуть, вообще ничего, все нормально. То есть вот все, что происходит, любые там мозоли, натоптыши, все, даже перхоть, даже вот прыщики, ну все абсолютно можно вылечить чайным деревом. Посмотрите в интернете его спектр применения, чтобы вы были в курсе, какие даже ну, такие серьезные заболевания можно лечить маслом чайного дерева. Я могу сказать, что я его сравнивала с аптечным, а разница небо и земля. Аптечное масло настолько вот неприятное, вонючее, что его даже дома открывать не хочется, потому что так долго стоит неприятный вот этот аромат. Фу, просто даже вспоминать страшно. Следующее. Это смягчающее средство. Даже дочка отдала. По-моему, это был, не пойму, с черной смородиной. Такой красивый флакончик. Ну, смягчашки у нас всегда дома у всех. И открыто это по несколько штук сразу. Потому что мы им мажем губы, все, что сохнет, носик бывает, ну, как-то натирается, локти постоянно, вот кутикулу я очень люблю намазать, подержать, напитывается, такие ухоженные красивые ногти. А потом пяточки, колени у кого вот сухость, где возникает, можно все этим смягчашкой мазать. Несмотря на то, что баночка выглядит такой маленькой, и в ней всего реально 15 мл, хватает очень надолго, поэтому берите смело и пользуйтесь с удовольствием. Закончился мой очередной крем коллаген для глаз. Покажу вам, как он здорово устроен. У него металлический шарик на конце. Им так приятно и утром, и на ночь вот так вот прокатывать вокруг глаз. Глазки расслабляются, кожа напитывается. Утром встаешь, например, глаза такие, как у китайца. То есть просто магия. 5 минут, глаза такие сразу раскрываются, распахиваются и все. Ну, я вот все время беру этот крем, мне он больше всех нравится. Так, дальше. Закончилось масло спа. Это новая серия для тела. То есть его как крем. Тут, кстати, капелька осталась. Как крем. Ой, слушайте, тут даже капелюшечки какие-то остались. Оно очень приятное. У него аромат такой необычный, но это, опять же, на любителя нужно пробовать, потому что у всех серий свой аромат. Мне, например, серия розовенькая, вот шелк, мне она вообще не нравится. А вот спа мне нравится, кто-то пишет в отзывах, что не понравился запах. Поэтому, конечно, все нужно пробовать. На вкус и цвет товарищей нет, но масло нам понравилось. Оно у нас, кстати, очень быстро закончилось. Первая банка закончилась, это крем к маслу для тела из новой серии, там просто бомба. А потом масло. И я заметила, что дочка им очень активно пользовалась. Просто вот она убывала так ту-ту-ту-ту-ту-ту. Молниеносно. Так, закончилось
средство для ухода за ресничками и бровями. То есть вот оно может быть там, конечно, еще не закончилось, но когда оно становится, то есть первое, я когда открываю этот гель, я сначала мажу только ресницы. Проходит неделя, например, 2-3, я вижу, что цвет меняется. То есть если я утром, например, делала макияж, нанесла тени и работаю с ресничками, то все равно тени осыпаются на ресницы, и кисточка их снимает, и он достаточно быстро пачкается. То есть лучше всего им, конечно, пользоваться только на чистые глазки. И когда он пачкается, я его отдаю бровкам, то есть только брови укладываю, ухаживаю за бровями, а себе открываю новые для ресниц. Мне нравится эффект, реснички такие пушистенькие, цвет восстанавливается, и самое главное, они укрепляются, чтобы не высыпались. И закончился мой любимчик, это карандаш для губ серии The One, такой теплая корица, тут, конечно, уже не видно все полностью, вот он выкручивается из стержня, и он прям ровненький, я его до конца сточила. Обожаю этот карандаш, он мне подходит под все оттенки теплые оттенки помад, под все блески теплые, матовые помады, я его обожаю, мне сразу еще два открыты, один лежит всегда вместе, где я делаю макияж, а один в сумочке, потому что я им крашусь каждый день практически. Все, пакетик пустой, ничего в нем не осталось. Вот, давайте подведем итог, что я буду повторять. То есть все, кроме вот этого средства для купания и мытья рук, и мыло мужское, черное. Ну, не понравилось то, что пачкает мыльницу. Мыло-то хорошее, но некрасивая мыльница. Такая, даже ее каждый день хоть мой, все равно чуть-чуть следы остаются. Такие серые, как будто бы, я не знаю, какая-то бяка. Вот. Остальное все классное. Буду пробовать. И самое главное, буду продолжать эксперимент с краской, чтобы подобрать идеальный оттенок для волос, чтобы вот я прям красилась и мне нравилось. Сейчас еще все-таки не совсем то. Вот. Спасибо вам за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну, оставайтесь с нами. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro, стоп видео.